Они уже были вот такие. Приблизительно вот такие они были, они до метра должны. Самая оригинальная клумба в Управленческом стала местом преступления. Ранним утром здесь недосчитались 7 кустиков туи. Следы преступления ночные воры скрыли, ямки присыпаны, соседние цветы не тронуты. А вот так клумба выглядела 2 месяца назад. Маленькие шаровидные туи были частью композиции во главе с роялем, что покорил сердца жителей района. С детьми подходят, фотографируются. Очень много людей прям радовались. Удивлялись, хвалили. Тот человек, который украл эту тую, он украл прежде всего это себя. Потому что это все, что сделано нами, все цветники в поселке Управленческий, сделаны для всех жителей нашего района, чтобы все ходили, и города, и приезжих, гостей, чтобы все ходили и радовались. Зона повышенного риска для цветоводства. В шутку называет Управленческий Людмила Ивлева, специалист по озеленению. Она работает здесь уже 10 лет и столько же сталкивается с цветочными ворами. Такого крупного воровства у нас еще не было. Выкапывают даже в августе. Я уж не говорю про май, когда идет массовая посадка. Приходишь, просто один вазон может быть полностью пустой. И прямо сначала плакала, вот настолько было обидно. Но руки опускать никто не собирается. Планы строят грандиозные. Быть может, по соседству с роялем в следующем году появится зеленый саксофон. И, конечно, новые туи. Все равно нас не сломают. Красота – это такое вещь, это победит весь мир. Поэтому мы обязательно опять будем все восстановить, все делать и даже 3 раза больше делать. Назло вот этих людей. Цветоводы уверяют, клумбу восстановить легко. Не жалко ни сил, ни денег. Гораздо важнее воспитать культуру в людях. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.